Здравствуйте, с вами интернет-магазин Президент Watches. Сегодня мы расскажем вам о женских часах Casio Illuminator модель LA670WGA1D. Модель выполнена в золотом цвете. Корпус сделан из пластика. Браслет из высококачественной нержавеющей стали. Застежка раскладной замок. Его преимущество в том, что его легко самостоятельно переместить по всей длине половины браслета, так чтобы подобрать подходящий диаметр. Задняя крышка стальная с информацией о модели. Циферблат защищает плексиглаз. Силой эластичности он устойчив к ударам, а также легко полируется при возникновении царапин. Способ отображения времени цифровой. Механизм часов кварцевый, точность хода плюс-минус 30 секунд в месяц, питание от литиевой батареи. Класс водозащиты 3 атмосферы, часы не боятся случайных брызг. Габариты корпуса. Длина от ушка до ушка 23 мм, ширина 22 мм, толщина 5 мм. Вес часов всего 28 грамм. Присутствуют следующие режимы. Это режим текущего времени. Здесь, нажав на нижнюю кнопку, вы можете посмотреть дату и день недели. Также есть будильник. Устанавливается он следующим образом. Нажимаем на верхнюю правую кнопку. Нижней правой кнопкой выставляем значение между разрядами. Также верхней правой кнопкой перемещаемся. Здесь же можно вне настройки включить или выключить сам будильник, а также включить или выключить функцию звуковой индикации начала часа, когда часы подают звуковой сигнал каждый час. Далее. Секундомер. Запускается он нижней кнопкой правой. Ей же останавливается, сбрасывается до нулевых значений верхней правой кнопкой. Так, по кругу мы теперь идем, попали в режим настройки текущего времени. Здесь можно сбросить секунды. Следующий разряд верхней кнопкой. Установка часа. Следующий разряд минуты. Следующий разряд месяц. Далее число. День недели. По кругу вернулись к секундам. Дальше. Остался еще один режим. В режиме текущего времени можно воспользоваться функцией таймера. Здесь вверху вы видите шкала. И нажимая в режиме текущего времени на верхнюю кнопку, вы можете задать временной промежуток. Здесь он отображен в минутах. Минута, 3, 5, 10 и так далее. По истечении заданного времени будет подаваться звуковой сигнал. И выключаем. В комплект с часами идет инструкция на нескольких языках, включая русский, и гарантийный талон с уникальным серийным номером, условиями гарантийного обслуживания и перечнем сервисных центров. Упакованы часы в фирменную коробку. На этом все. Спасибо за внимание.